В Великобритании я нашла в супермаркете такой овощ, который называется брюква. По-английски это sweet. И я думала, что это напоминает репу. Вообще мне нужна была черная репа для салата с яйцом, с сыром, с морковью, с картофелем и с майонезом. И я искала какой-то овощ, который напоминает репу здесь, в Великобритании. И вот этот свит или брюква на вид напомнила мне репу. Мы купили, я попробовала в сыром виде, и это мне напомнило капусту. И я так решила, что нет, для этого салата не подходит такой овощ. И думаю, как его приготовить. Решила просто порезать кусочками и запекла в духовке. Вкус действительно интересный, мне понравился. Напоминает что-то типа между тыквой и капустой все-таки. И действительно, вот достаточно приятный вкус. Я хочу дальше продолжать этот овощ готовить. Но в таком виде пока что мне больше всего нравится. Я найду какие-то другие варианты, как можно еще готовить брюкву. Но пока вот в таком запеченном виде. И сейчас я добавила оливковое масло и соль. Но можно с растительным маслом, особенно с душистым, было бы хорошо. Напоминает вот как запеченная тыква. Этот овощ не калорийный. Например, он более полезный, чем картофель. И вообще считается, он богат и маслами, и полезными веществами, минералами, витаминами. Поэтому он очень полезный для употребления. И для меня это что-то новенькое. Поэтому буду время от времени покупать этот овощ.